знаешь, куда столица империи? Приятного путешествия! В случае чего я всегда на связи. Какой снег. Неудивительно, что тут так холодно. Видимо, мы приближаемся к трупу Гласии. А трупы благословений не дают. Надеюсь, что ущелье обойдется без происшествий. Меня волнует то, что будет за ущельем. Кто это? Алло, что такое? Понял, спасибо за информацию. Ну а сейчас-то что? Внимание! Да. В чем дело? Как вы могли заметить, мы стоим. Причина остановки? Внешняя, да? Мы проверим. А, ладно. Будем надеяться, там просто снегу навалило. И то верно. Ну и холодрыга! Двигайся, а то замерзнешь. Это все Гласия. Кажется, я ее вижу. Как жаль. Она мертва. Как же холодно. Расчистим тут все. Потом пойдем к ней. Да, лучше побыстрее. Дурак!
знал! Отравили, что ли? Ага, конечно. Предупреди, слабо было. Эй, Нок! Что там? Подойди-ка сюда, что-то тут не понял. Так. Понял. Иди, сейчас подойду. Ага. Не может быть. Ты! Стой! Ах ты, сволочь! Что это? Стой! Стой, чтоб тебя! Где он? Где проб-то? О, а вот и ты. Я беспокоюсь за твоих друзей. Они упали и не могут встать. Может, поможешь им? А, такой холод может исходить только от нее. Все так же прекрасно, как и в тот самый день, когда... Принесенную клятву время...
время пришло исполнить. Джентиана, ты и есть Гласия. И наше прошлое, и наше будущее воплотит король королей. Таково откровение Гласия. В то время, когда шестеро еще спали после изнурительной войны, пришел человек и отвратил возжигателя от света. Несущая холод пробудилась и поспешила на помощь возжигателю, но враждебная армия лишила ее сил. Эти полчища вышли из тьмы, которая вскоре поглотит и шестерых, и звезду, что под их защитой. Судьба этой звезды больше не зависит от воли богов. Боги не могут ее спасти. Моего любимого ждет вечный покой. Да. Джентиана. С давних времен шестеро хранят эту звезду. Шесть несхожих умов, ведомые общей целью. Покровительство богов даровано всем существам, что живут под этой звездой. Даже тем, кто смертны. Их жизнь коротка и хрупка, и они цепляются за пустые надежды. Несущая холод видела, что их надежды не более чем снег под лучами солнца. Но возжигатель восхищался их силой духа. Он даровал им свое пламя, и человеческая цивилизация расцвела. Его щедрость согрела ледяное сердце, несущий холод. Она полюбила его, и вслед за ним прониклась уважением к смертным. Но вскоре смертных обуяла гордыня, и они возжелали больше. Люди Сольхейма отвергли богов, даровавших им свое благословение. Видя эту неблагодарность, возжигатель разгневался на людей и тем же пламенем решил сжечь. Но шестеро поклялись защищать эту звезду и ее мир от любых угроз, даже от самих себя. Пламя войны вознеслось до небес, когда на Сольхейм обрушился гнев возжигателя. Остальные боги умоляли его одуматься, но тщетно. Когда рассеялся дым, Сольхейм лежал в руинах. Даже нашу звезду избороздили шрамы. Измученные войной боги погрузились в долгий сон. Это предание о нашем прошлом рассказано королю королей, чтобы он поставил в нем точку. Мне ведомы чувства Лунафреи. Узнай о них и ты. Когда родился избранный король Ноктис, посланница встретила оракула, Лунафрей. Девочка призвана помочь ему вернуть свет, что она и пообещала. Ее доброе сердце, решительность, доброта и любовь к людям вернули посланнице веру в человечество. Лунафрея, не сходи с ума. Ноктису не стать королем. Он избран. Такова его судьба. Уж ты-то должен бы знать. Я знаю одно. Ты жертвуешь собой. Может быть и так. Но выбор сделан. Если бы... еще хоть раз услышать его голос. Рассмеяться вместе.
как в детстве. Если бы могли быть вместе. Не надо слез, Луна Фрейя. Прости меня. Я сейчас успокоюсь. Почему она плачет? Из-за Ноктиса. Потому что она такая же, как все. Как все. Она хочет быть с возлюбленным. Но мечта не сбудется. Ее любовь к королю никогда не потускнеет. И однажды он поймет ее чувства. Джентьяна. Ради звезд? Нет. Ради нее самой. Слова будут услышаны. И Ноктис обретет силу. Клятва, что мы дали друг другу. Благодарю, Джентьяна. Так и свершилось. Клятва ныне исполнена. Да. Исполнено. Избранный король Ноктис, верни миру свет. Прощай, Ноктис. Луна, мне жаль. Тебе было так тяжело. Луна, ты многое хотела мне рассказать. И я тоже хотел. Но уже не смогу. Прости меня. За что тебя не подведу? Да, я знаю. Мы будем вместе. Клянусь тебе. Чего тут смешного? Эй, очнитесь. Что тут произошло? Нокт, ты в порядке? Я видел Гласию. Все нормально. Она уже ушла. Проверьте, как там наши машинисты. Ясно. Ты цел? Да. Все нормально. Пошли.
Мне кажется, я вправе называть тебя Нокт. Меня коснулось ледяное дыхание смерти, такова уж сила богов. Но затем я вспомнил, что бессмертен. Это и благословение мое, и проклятие. Но все же ты смог причинить мне боль. Моральную. И это после всего, что мы пережили вместе. А, надо было спросить, помнишь ли ты его? Призрак из прошлого. Да? Ну уж нет. Чужой брать нельзя. Где он? Где он? Твой стрелок. Близко? Где? В столице Империи. В Грале. Где же еще? Я уверен, он будет рад тебя увидеть. А ты, может, найдешь свой кристалл? Там сейчас столько демонов, что он наверняка пригодится. Ну, иди же к своему другу. Не хочу мешать вашей встрече. Yeah.